18 сентября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась профилактическая лекция по противодействию экстремизму и терроризму. Университет активно участвует в месячнике «Экстремизму нет». И сегодня мы пригласили специалистов, которые готовы рассказать ребятам о том, какая важная задача стоит по профилактике экстремизма. Сотни людей по всему миру страдают от террористической и экстремистской деятельности. Ущемляются права людей по национальному, материальному, религиозному и другим факторам. С целью профилактики и противодействия данной проблемы среди студентов проводятся разъяснительные лекции и беседы. Одним из главных факторов является особый контроль. В первую очередь за своими социальными сетями. Даже малейшая шуточная картинка на вашей страничке на тему экстремизма заставит задуматься о ваших взглядах на жизнь. И это может стать поводом обратить на вас внимание членов экстремистской организации. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.